Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал, отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон. Чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать. Чем потревожил сладкий сон Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дым. Так и началась в России конспирация, большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир ни шаг не зажил заново, Желябов впал, уснув несладким сном. Но перед этим разбудил Полиханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина, кому мешал, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного, который год мы ищем зря его. Три составные части, три источника не проясняют здесь нам ничего. А он и сам не знал, пожалуй, этого, хоть мести в нем запас не иссякал. Хоть от вопроса научно он исследовал, лет 50 виновного искал. То в бунте, то в кадетах они найдутся, хоть там следы и в неудачу зол. Он сразу всем устроил революцию, чтоб ни один от кары не ушел. Из песни шли колоковом под знаменами, отцы за ним, как в райское житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ох, декабристы, зря будили Герцена. Нельзя в России никого будить.